Здравствуйте, дорогие подписчики. Потестил я эту чудо-печку где-то пару недель. Вот вам хочу рассказать результаты. Как это греет, как расходует солярку. Итак, я сегодня... Вообще спалил я уже целый бак. Вот это уже второй бак я долил до целого. Бака мне хватило где-то на неделю довольно-таки активное использование, где-то по 5-6 часов в день. Но это где-то вот так. Ну, плюс-минус. На разных режимах периодически просто приходилось выключать, если слишком жарко, зависит от погоды на улице. Сейчас у нас на улице минус 10. Использую я уже эту печку порядка 5 часов. 5-6 где-то так приблизительно. За сегодняшний день бак доливал до целого. Топил на третьем режиме. Это как бы средний режим. Не экономичный нисколько. То есть, ну, когда жарко иногда добавлял. Сегодня я просто решил дойти до формы одежды футболка. Еще бы, конечно, сланцы надо одеть, потому что... А, вот, батарейка, кстати, для чего я классно перчаточки намочил. Уже высохли. Батарея теплая, ну, градусов где-то 50-55, может, не больше. И у нас сейчас вот столько вот градусов, где-то 27, очень жарко. Думаю, пора включать. Вентиляция включена. Ой, как включена? То есть я ее просто открыл. У нас же у меня заглушек есть такой вот. Как бы слишком холодно, когда я еще камином топился, то есть чем-то непонятно чем. Было слишком жарко, закрывал. Только по надобности открывал и включал. Вот. Ну так, чтобы для всякого. Так-то, если все правильно сделано, вы с этой печкой не угорите. Если выхлоп все герметично сделать на улицу, то шикарно. Она от нее не пахнет, ничего. То есть все супер, мне очень нравится. Но опять же, периодически что-то выходил на улицу постоянно, бегаю. Технику отсюда выгонял, закатывал тоже, опять же, как бы холод запускал. Ну вот, я где-то так постоянно на третьем режиме гоняю. Вот, итак, солярка у нас. Сейчас покажу. Откручим крышечку. Был целый бак. Вот, убавилось. Как показать? Ну вот. Визуально так, на вот этим как бы датчике вообще особо незаметно, сколько убавилось. До сюда еще не дошло, но как визуально я вам скажу, где-то от бутылки, ну где-то и меньше литра приблизительно я израсходовал солярки. То есть жрет она где-то, ну, грамм 150, не больше, на этом режиме час, где-то так. Ну, 200 это, наверное, потолок, то 200, ну, там литра нету расходованного. Вот, в общем, вполне такая экономичная и теплая. Если, допустим, сравнивать с электричеством, то я думаю, соляркой дешевле получается и жарче. Вообще тепло, хорошо, очень клево, мне нравится. Вот, ну что ж, на этом все. Я думаю, с этой... А, нет, еще, наверное, покажем. Но это будет видео, наверное, через год. Как мы ее по-правильному установим. В другом немножко помещении видоизмененном. Кому интересно, я все в первом видео рассказал. Итак, всем пока. До скорых встреч.